Массовое ДТП на выезде из Симферополя. Столкнулись 4 автомобиля. Авария произошла на улице Севастопольской в районе автостанции Западной на выезде из города. Лоб в лоб столкнулись Нива и Жигули четверка. В аварии пострадали еще 2 автомобиля. Машины разбросало по дороге. В результате образовалась пробка протяженностью почти в километр. Я на белой четверке ехал со стороны Севастополя, а зеленый свет светофора. В Опеле выезжал. С этой стороны и столкновение, а дальше я не помню. Работают медики, однако пока официальной информации о пострадавших нет, сотрудники ДПС комментировать происшествие отказались. Вы же видите, сколько народу. Если можно, пару слов. Просто люди тоже ждать не будут, надо же машину убирать. Ага. Ну что случилось, оно чем-то отличается, обычное? Без комментариев.